В рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Дети России-2019» сотрудники полиции совместно с представителем Одинцовского молодежного центра провели антинаркотическую беседу со студентами Одинцовского филиала МГИМО. С студентами колледжа и старших курсов провели антинаркотическую лекцию, в ходе которой я непосредственно рассказала ребятам о том, что такое наркомания, какое влияние она оказывает на организм человека. Конкретно остановилась на уголовной административной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Общественники, в свою очередь, рассказали о здоровом образе жизни, о вреде табакокурения и алкоголя. Цель встречи – формирование антинаркотической позиции у подростков, пропаганда здорового образа жизни, а также предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Студенты активно задавали вопросы, ни один из которых не остался без внимания. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».